Добрый день. Мегаминкс? Опять? Да. Это Мегаминкс, Мегаминкс от фирмы Фанксин. Как я уже когда-то рассказывал, фирма Фанксин любит делать дешевые версии различных головоломок. Она выпускала Твисти Куб, который у меня не так давно был в анбоксинге. И вот Мегаминкс. Мегаминкс этот не новый. Да, он выпущен уже давно, но почему-то мало где продается. Не взлюбили? Не знаю. Ну, понятно, что это не топовая модель, это бюджетная. Давайте посмотрим. Коробочка. Ну, на коробочке ничего интересного. Здесь почему-то нарисовано Мегаминкс. Наверное, компьютерная модель какая-то. Просто обычный плоский, хотя сам он рельефный. Ну, коробочка неинтересная. Что внутри? Внутри пластик. Мегаминкс. Еще пластик, и там внутри какая-то инструкция есть. Мне что-то ее неохотно доставать. Некоторые знают, что я Мегаминкс более-менее умею собирать. Так что давайте сразу к делу. Цвета. Цвета похожие на мою. Да, похожи на мою. У меня тут рядышком есть X-Men. Конечно, грешно сравнивать. Но что поделать. Да, цвета разительно отличаются, хотя вот розовый похож, красный какой-то такой тусклый, салатовый. Не, это больше цвета мою. Особенно я вот сразу вижу похожие зеленые цвета, более ядовитый, такой более теплый. Ну, как и на X-Men, здесь бортики, есть бортики. Это сейчас модно делать на всех Мегаминксах. Да, это тоже Чихенг от компании Мафанг. О, а крутится тут неплохо. И что ее никто не любит. Ну, давайте перемешаем да соберем. Что нам терять? Почему я купил бюджетный Мегаминкс? Вполне логичный вопрос придет вам в голову. А просто у меня есть уже все Мегаминксы. Все модели. Не только одной. Куджей. Древняя модель Мегаминкса, которая отвратительно крутится. Которую мне иногда хочется купить, но я понимаю, что я даже сотку на нем крутить не буду. Ее просто поставлю на полку для коллекции. Это же приемлемый вроде как Мегаминкс, который можно собирать, и возможно новички его оценят. Не знаю, почему его так мало продают. Давайте попробуем собрать. Ну, вроде крутится. Не так уж плохо. Ну, это же бюджетка. То есть мы видим... А давайте проверим сразу. Так. Вот такой угол срезает. А больше нет. Ну, у всех бюджетных мегаминцев беда с обратной резкой. Ну, это не исключение. Ладно, будем просто собирать. Непривычная немножко расцветка. Это не минус Мегаминкса, просто я к такой не привык. Поэтому буду, возможно, ошибаться. Ой-ой-ой. Ну, знаете. Конечно, Циклон Бойс, наверное, будет поудачнее. Пошустрее, по крайней мере. Но я бы этому тоже дал шанс. Так, что это за цвет? Что это? Ага, тут зелено-фиолетовый у нас такое. Да, к этому надо привыкнуть. Видите, этот основной зеленый, он более светлый, чем вот этот. Ну, по крайней мере, он более яркий, что ли. Да, я обычно привык, что... который рядом с белым зеленый, он потемнее. А это такой салатовый. Поэтому я сейчас ищу ребро и не вижу его. А оно вот оно. Ну ладно.
Так. Да. Но опять же, это не минус Мегаминкса. К цветам можно привыкнуть. Вот опять я смотрю, голубой, зеленый, а оно не такое, как я привык видеть. Так, ну кручение, в принципе, почему и нет. Я думаю, его притереть как следует, и будет вообще. Не знаю, с чего его склонировали. Как бы не вижу смысла смотреть строение мегаминксов. Ну, хотя можно и посмотреть. То есть, ну, что мы там увидим. Бывают головоломки, скажем, с очень простым строением, а крутится идеально. Бывает с мудреным-перемудреным, не крутится так себе. Вот мы постепенно подходим к финишу. Ой. Этот серый цвет, я привык к черному. Серый для меня бледноват. Ойл. Что здесь? Есть что-то. Расставляем ребра. Ну и... Ой, непривычно. И ПЛЛ. Скажу я, не так уж и плохо. Соточку я на нем точно откручу когда-нибудь попозже. Он вполне может претендовать на звание вполне достойного бюджетного Мегаминкса. Сейчас уже в одном ряду стоят Юксин, версия 2, Циклан Бойс и Атмофанга Чихинг. И вот это к ним присоединится, я думаю. У него есть все, чтобы крутиться. Я думаю, при желании на нем меньше минут можно собирать. Если доведется вам такое покрутить, или где-то оно бесплатно достанется, вполне можете пособирать. Ну, как бы разыскивать его, покупать в срочном порядке, нет, конечно. Сейчас уже полно достойных мегаминксов в среднеценовой категории. Ну, вполне неплохая моделька. Сойдет. Для новичков, ну, ура, сойдет. Особенно, если вот впервые цвета такие видеть и к ним привыкнуть, все будет хорошо. Мне лично такая расцветка не очень удобна. Но это дело привычки. Обещал показать строение. Кому-то может быть интересно. Уголок, ребро. Ничего хитрого. Все стандартно. Все как у всех. Крестовина темно-синяя. Не видно, наверное. Но она темно-синяя. Кстати, он обильно смазан. На этом, наверное, все. Собирайте Мегаминкс. Всем пока.